зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу капля 2х5 с перегородкой, с грядочками. Также будем делать подставку под емкость кубовую. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Каркас теплицы мы поставили, закрепили его к основанию. Сейчас будем крыть теплицу поликарбонатом. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу капля 2х5. Цельная дверь с торца, перегородка. 3- и 2-метровая секция у нас получились. Каркас теплицы из профильной трубы 20х40, поэтому это капля крепыш. Форточный блок имеется на ручке. Грядки из профильного листа. Система подвязки над грядками. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Резиновый торцевой уплотнитель. Все как положено. Пойдем в другой отсек. Тоже цельная дверь. Тоже грядка по форме тут. Каркас покрашен примерно порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит на брусе. Брус 100 на 150. Закреплен к земле с помощью якорей. Помимо этого у нас вот такая подставка под кубовик. Сейчас мы на нее поставим кубовик. Закрепим анкерами к бетону. Вот наш кубовик. Сейчас это все поставим и поедем дальше. Вот такая компактная, красивая теплица капля у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.